Дорогие сестры, многоуважаемые, дорогие братья, особо дороги, наверное, каждому здесь присутствующему наши гости, кто сегодня пришел и посетил нашу общину, и особенно тем, кто смотрит нас, может быть, через интернет-трансляцию, благодать вам и мир да умножится. Пусть Господь сегодня особым образом коснется ума и сердца нашего. Пусть Господь по-особому сегодня откроет или даст нам откровение того, как было сказано в песне «Господь, прости меня». Может быть, что-то я делал не так и даже не понимал, что это не так, что я делаю что-то неправильно. Сегодня тема проповеди называется «Не суй нос не в свои дела». И кажется, что такой... Может быть, такой даже фразы нету в Библии. Может быть, мы даже не встречали этого никогда. И никогда не думали о том, что это плохо, и что это может трагически закончиться для человека, который привык совать нос в чужие дела. Мне понравился текст, которым сегодня было открыто служение, когда Иисус Христос, разговаривая с Петром, сказал ему: «Если я хочу... Вот если я хочу, чтобы Иоанн остался жив до моего возвращения, тебе какое дело? Я тебя призвал, говорит Господь, следовать за мной, вот и следуй». Мне дети очень сильно нравятся. Сегодня рассказ им рассказали такой интересный, что нужно делиться. Я сразу пристал к одному мальчику, сказал: давай поменяемся, я тебе ручку, ты мне машинку. Реакция была однозначной. Не дам. И вот порой мы похожи тоже на таких детей, что Бог обращается к нам с какими-то словами предупреждения, наставления, назидания, и мы, как маленькие дети, не желаем расстаться с тем, что стало дорого и близко нашему сердцу. Совершая служение в церкви более 15 лет, я столкнулся с одной и той же проблемой в каждой общине. Что это за проблема? А это люди, которые хотят вам помочь. Они искренне хотят вам помочь именно в вашем деле. Но хотя их при этом никто не просит. И они пытаются вмешиваться в те дела, над которыми их не ставили. У меня есть один вопрос к всем присутствующим здесь. Но прежде чем я его... зачитаю, я перечислю три вида нарушения закона. Как вы считаете, вот вдумайтесь в эти слова: убийца, вор или человек, который нарушает закон страшными преступлениями? Как вы считаете, почему нельзя этого делать? Почему нельзя совершать эти дела, эти действия? Почему нельзя убивать? Почему нельзя красть? Почему нельзя совершать жестокие преступления? Чужое берешь, еще что? Чужую жизнь забираешь. А с твоей что будет? Вы знаете, вот когда мы думаем или говорим о таких преступлениях, о страшных, мы всегда понимаем, что совершая такое преступление, всегда будут последствия. Согласитесь? Давайте вместе с вами откроем первое послание Петра, 4 главу и 15 стих. Первое послание Петра, 4 глава, 15 текст. Для многих из нас, может быть, сегодня будет тема проповеди, которая коснется непосредственно нас, но я не хотел бы, чтобы мы отреагировали как маленькие дети, я хотел бы, чтобы все-таки мы задумались и увидели, что действительно есть определенные последствия. Есть последствия для людей, которые убивают, есть последствия для людей, которые воруют, есть последствия для тех, кто злодеем является. Читаем текст, да?
Только не пострадал бы кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или посягающий на чужое. 1 Петра 4:15. То есть апостол Петр предупреждает, что хоть бы кто-то из вас не пострадал, лишь бы кто-то не пострадал. И он акцентирует внимание на убийстве, на воровстве, на злодействе. И последняя фраза – как посягающее на чужое. А как вы думаете, а здесь о чем речь идет? Почему в одну линию выстроены преступления, такие как убийство и посягающее на чужое? Если у кого-то здесь присутствующих есть перевод современный, в современном вы можете прочитать, у молодежи, скорее всего, есть. Они могут быстренько открыть свои гаджеты и посмотреть. 1 Петра 4:15, я прочитаю перевод под редакцией Кулакова. Написано так. «Только не был бы кто из вас наказан, как убийца или как вор». Или как преступник. Кто открыл с новым переводом? У кого есть? Кто? Поднимите руку. Кто? Можете прочитать, что там написано? Или как тот... Вы слышите, что написано? Значит, не я придумал эти слова. Они есть, оказывается, в Библии. И смотрите, что происходит, что мы с вами, как христиане, замечаем, что это преступление, убийство – это преступление, воровство – это преступление, злодейство – это преступление. Но когда речь заходит о том, что засунуть свой длинный нос в чужие дела, для нас это нормальное состояние, согласитесь. Но в Библии написано, что такие люди пострадают. Я хочу вместе с вами посмотреть, о чем же идет речь. Давайте мы с вами подумаем о том, как мы строим отношения друг с другом. Вот я заметил, что у нас с вами, у людей, у христиан, есть определенные религиозные правила поведения, которые мы проговариваем, которые мы считаем, что это действительно неправильно. Ну, к примеру, возьмем ложь. Никто из здесь присутствующих не скажет, что лгать – это красиво и полезно, да? Врать нельзя, сквернословить. Вот иногда я сталкиваюсь с нашими братьями, мне стыдно делать им замечания, потому что порой бывает, что несколько человек присутствует, и порой думаешь, может сделать замечание. Когда я слышу, как братья, ну, почти нецензурно выражаются, для меня это вот очень сильно мне режет ухо. Я считаю, что это неправильно. Нельзя сквернословить. Богохульство. Ну, непочтительное использование имени Бога, а также поношение любых объектов религиозного поклонения и почитания. Богохульство тоже нельзя, правда? Грязные разговоры – это плохо. Нельзя о грязных вещах говорить. Нельзя говорить о том, что развращает. И этот список распространен вот среди верующих людей. Можно мне включить слайд? А сплетничать можно? Вот заметьте, вот как в нашей с вами среде христиан, есть вот негласное правило, врать нельзя, я врать не буду, злословить не буду. Ну а вот если взять сплетни, ну извините, я не могу удержаться, мой язык он сам прямо разговаривает, да? А вы заметили, как устроены сплетни? Прошу прощения. Один рассказал одному информацию, тот передал другому, другой третьему. Когда дойдет вот до этого момента, эта информация обрастет уже 1000 фактов, которые не имеют места быть. И в Библии интересно написано. Я вот замечал, знаете, что если есть где-то раздор, где-то ссора есть, где-то есть конфликт какой-то, в книге Притчи, в 26 главе, в 20 тексте написано, где нет больше дров, огонь погаснет.
И где нет наушника, раздор утихает. Вы слышите, откуда споры, откуда ссоры внутри церкви, внутри семьи, внутри взаимоотношений между людьми? Библия конкретно говорит. Тогда, когда есть сплетник, есть проблема. И любую проблему, вот если вы возьмете церковь, если есть где-то ссора, 100% там есть сплетник. Там есть человек, который подливает, как говорят, масло в огонь. И я хочу, чтобы мы увидели с вами градацию. То есть есть вещи, которые мы говорим, что это грех, а есть вещи, которые действительно грех, но мы на них не обращаем внимания. Есть грехи, которые оскверняют тело. Ну, к примеру, алкоголь, мы говорим, нельзя пить, это плохо. Наркотики, аморально, всех видов наркотики запрещены. Табак разрушает здоровье, организм. Мы говорим там о здоровом образе жизни для тела. Но что-то почему-то никто не говорит о обжорстве. Следующий слайдик. Мы говорим вот о том, что это нельзя, это нельзя, это нельзя. Но при этом много людей, которые не могут контролировать свои уста, понимаете, они даже могут есть правильную еду, но не могут себя держать в руках. Они обжоры по природе своей. Но я считаю, это такой же грех, как грехи тела, невоздержанность. Но извините, если очень хочется, то можно. То есть для нас с вами, вот людей, есть какие-то вещи, которые мы говорим табу, но на некоторые закрываем глаза и говорим, что это нормально. Но Библия говорит о том, что это ненормально. Я вспоминаю фильм «Ликвидация», где главный герой, который играет Георгия Жукова, разговаривая с человеком, который был, ну, таких больших размеров, он говорит: вот почему ты такой толстый? Он говорит: у меня нарушение обмена веществ. Он им говорит: есть меньше надо, и не будет никакого нарушения веществ, обмена веществ. Поэтому, друзья мои, мне хотелось бы, чтобы мы увидели, есть поступки в нашей жизни, аморальные и греховные, но мы на них закрываем глаза. Но они не перестают при этом быть аморальными и греховными. То есть есть вещи, на которые мы закрыли глаза, но они не перестали быть аморальными. Теперь давайте рассмотрим, что же значит посягать на чужое. 1 Петра 4:15. Последняя часть этого текста. Или как тот, кто сует нос не в свои дела. Красть – грех, убивать – грех. Пострадает человек, если делает такие дела. А тот, кто нос свой сует в чужие дела, пострадает или нет? Давайте разберем греческое слово, как на греческом языке это слово звучит. Аллотрио епископос. Из двух слов. Аллотрио епископос. Епископ, нужно объяснять, что значит? Но епископ, если говорить, кто это такой? Епископ, нам понятно, кто это. В контексте религиозном, это человек, который поставленный Богом. Переводится как надзиратель. Бог поставил человека надзирать, над чем-то смотреть. Бог его поставил. Второе слово – аллотрио – то, что принадлежит другому. Если перевести на русский язык, то получается так. Тот, кто берет надзор за делами, принадлежащими другому, но не мудр в своих собственных. Красиво сказано. Тот, кто берет надзор за делами, которые принадлежат другому, но не мудр своих собственных. Мне нравится русская пословица: чужую беду, а что со своей, ума не приложу, что делать. Вот Слово Божье предупреждает нас с вами о том, что человек, который становится надзирателем над тем, что не принадлежит ему, или надзирающий за делами, которые Бог не поручал ему опекать,
этот человек сует нос куда? Не в свои дела. И вы знаете, что ожидает этого человека? Бог его предупреждает: не вмешивайся в чужие дела, потому что пострадаешь. Найдется кто-то, у кого есть острые ножницы, и он тебе твой нос подчикает. Итак, давайте вывод сделаем. Человек, который сует не в свои дела свой нос, это тот, кто не умеет управлять своими и пытается надзирать за тем, над чем его не ставил Бог. Такой человек пострадает. Библия говорит, он пострадает. Теперь нужно разобраться, а зачем, то есть за какими делами я не имею права надзирать? Над чем меня не ставил Бог? Куда я часто сую свой нос, куда меня не просят? Откройте, пожалуйста, книгу Притчи, 1 глава, 8 стих. Притчи, 1 глава, 8 стих. В церкви я сталкиваюсь вот с такой проблемой, и больше всего как бы поступает негодований от родителей. Больше всего родители негодуют. На что? На то, что есть определенная категория людей, я их называю этих людей, знаете персонажа? Кто это такой? Фрекенбок, да? Воспитательница такая. Или воспитатель такой в церковь приходит, и он знает, как учить чужих детей. Он знает, как ребенок должен себя вести, чем он должен заниматься. Если бы это был его ребенок, он, конечно, бы никогда в жизни не допустил такой ситуации. При этом хочу заметить, у них или вообще нет детей, и никогда не было. Или вторая ситуация, это люди, посмотрев на их детей, остается желать лучшего. В Библии написано, это те люди, которые пытаются надзирать над тем, над чем их не ставил Бог, при этом не имеют понятия, как в своих делах поступать, как за своими делами смотреть. Что написано в Притче 1:8? Послушайте, кому Бог дал право надзирать? Слушай, сын мой, наставление отца твоего и не отвергай завета матери твоей. Ну вот по Библии, кто должен отвечать за воспитание детей? Кто? Родители. Библия говорит о том, что Бог поручил родителям воспитывать детей. Бог поручил детей родителям, чтобы они учили, чтобы они воспитывали, чтобы они наставляли, чтобы они назидали, чтобы они направляли детей. В Ветхом только Завете более 82 раз сказано о том, что именно Бог поручил родителям. У сестры Уайт написано, воспитание детей матери отводится исключительное положение. Вы слышите, какое слово стоит? Исключительно. Бог поручает матери, но не фрекенбок. Вы не имеете права сувать свой нос длинный в чужие дела. Мне вот там говорят, дети у вас шумят, бегают, прыгают. И так далее, и тому подобное. Попробуйте связать ребенка. Привяжите ему сюда, ну что там ставить? Ставьте ему кляп в рот. Скотчем приклейте его к лавочке. И пусть смиренно сидит 2,5 часа на служении. Я лично в своей жизни не встречал детей, которые могут сидеть на одном месте хотя бы 5 минут. Я не встречал таких детей. Если ребенок сидит 5 минут на одном месте, обращайтесь к врачу. У него проблемы со здоровьем. Потому что ребенок, в нем энергия переполняет его. Задача родителей заключается не в том, чтобы он перестал двигаться и шевелиться, а заключается в том, чтобы привлечь его внимание на служение чем-то. При этом дети устроены так, что их уши слышат, что происходит на служении.
Вам любой учитель скажет. Поэтому не суйте свой длинный нос туда, куда вас не просят. Вы, мамы и папы, сильно не расслабляйтесь, потому что в следующий раз будет проповедь, которая будет говорить о том, какова же ваша ответственность в отношении ваших детей. Итак, первое, понятно, детей нам никто не поручал чужих воспитывать. Второе, где мы не имеем никакого права, семья. Откройте, пожалуйста, Бытие, 2 главу, 24 текст. Бытие, 2 глава, 24 стих. Это что нам очень хочется делать? Каждой маме, каждому папе хочется. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Есть у нас, правда? У кого-то уже дети вышли замуж там или женились, и родителям очень сильно хочется помочь, да? Им хочется дать совет, и особенно мамы, ну есть и папы, конечно, очень сильно они стучатся в дверь новой семьи и говорят: «Вы не умеете жить, я сейчас вас научу, как надо жить». Правда? «Ну это же мои дети, я не могу оставаться в стороне, они так нуждаются в советах, они так неопытны, я знаю, что им нужно делать, я знаю, когда им ехать на мой огород, я знаю, когда зять должен у меня копать землю, я знаю, когда зять должен мне подарки приносить». То есть все вы знаете, все прекрасно, замечательно, как я могу стоять в стороне? Вы можете стоять не в стороне, вы можете оказывать материальную помощь, не вмешиваясь при этом в их семейные отношения. Вы можете их поддерживать, но вмешиваться в их семейные отношения вы не имеете права. Потому что в Библии написано, что оставит человек отца свою и мать свою, и прилепится, и будут двое одной плоти. У них новая семья. Они создали свою семью. Теперь у них есть Бог. Я прочитал... Интересное объявление было написано, сейчас я вам прочитаю, что там. «Советую тем, кто не нуждается в советах». Хорошо, когда у вас есть совет, но лучше, если вы будете давать совет тогда, когда вас об этом просят. Часто родители так любят своих детей, так любят вмешиваться в семейные отношения, что по некоторым вот статистическим данным считается, что около 80 распавшихся браков – результат того, что родители советовали. Дочери там мама советует: «Ты вот так сделай», а сыну, допустим, если он там женился: «Ты ее не слушай, ты вот так сделай». И дети, когда идут на поводу вот этих советов, семьи распадаются. Что от вас требуется, дорогие мои братья и сестры, кто выдал уже, отдал дочь замуж, или у кого сын женился, от вас требуется следующее. Да. Встаньте в сторонке и ожидайте, пока они сами вас о чем-то попросят. Не суйте свой нос в чужие дела. Это их семья. Бог им поручил это, но не вам. Дальше, куда не нужно сувать свой нос. Очень интересная тема. Римлянам 14 глава с 1 по 3 стих. Но мы с вами просто возьмем несколько библейских моментов, где Бог нам не дает возможность свой нос сувать в чужие дела. То есть каждый человек должен самостоятельно принимать решение. Именно в этом вопросе. Римлянам 4 глава с 1 по 3 стих. Ой, прошу прощения, 14 глава. «Слабого в вере принимай в свою среду, не споря с ним о его взглядах». Я взял перевод под редакцией Кулакова. «Кто-то верит, скажем, что можно есть все, а слабый только растительную пищу принимает. Тому, кто ест, не следует презирать того, кто не ест. И кто не ест, не должен осуждать того, кто ест.
ведь Бог его принял как тебя. И кто ты такой, чтобы судить чужого слугу? Перед своим господином стоит он или падает, и будет стоять, ибо Господь силен поддержать его. Правда? Как вы думаете, о чем идет речь? Как вы считаете? Вот о чем написано? Церковь, вы знаете, ничего с тех пор, когда первоапостольская церковь появилась, до первоапостольской церкви люди не меняются, и сегодня они остаются теми же самыми людьми, которые были, есть и будут. В Библии написано, кто ест, не уничижает того, кто не ест, и кто не ест, не осуждает того, кто ест, потому что Бог принимает и того, и другого. Если вы посмотрите, я просто взял для анализа, заглянул на просторы интернета, и вот если вы так просто наберите вегетарианство или там мясоеды, знаете, чем занимаются вегетарианцы, чем больше всего, чему время посвящено в сетях интернета? Я вам скажу, чему посвящено основное время веганов и мясоедов. Веганы говорят, что эти плохие, а мясоеды говорят, что веганы плохие. Они друг друга унижают, оскорбляют. Я смотрю, что там написано, у меня создается впечатление, что им заняться больше нечем. Но в Библии написано, что Бог не к этому нас призвал. Он не призвал нас осуждать и составлять рацион питания. Ты знаешь, ты неправильно питаешься, Владимир Анатольевич. Я тебе расскажу, как правильно нужно питаться. В Библии написано, разве ты имеешь право сувать свой нос в мой рацион питания? Ну, прочитайте, можно это делать или нет? Вот на основании Писания можно свой нос к пастору прийти и сказать, ты неправильно это делаешь. Или я прихожу к вам, так, откройте-ка кастрюльки, я посмотрю, что вы там едите. Писание говорит, это не мое дело. Я должен принимать его таким, какой он есть. Потому что и меня, и его принял Бог. Он любит и меня, и его. Говорит ли это о том, что я не должен оказывать влияние на тех людей, которые меня окружают? Должен. Каким? Добропорядочным образом жизни. Если мне Бог это открыл, я должен так жить, не навязывая никому свое откровение. И если я посмотрю на Наташу, к примеру, и вижу, что она выглядит хорошо, розовые щечки у нее там, она жизнерадостная, все время веселая. Я подхожу к ней и говорю, Наташ, что ты все время такая интересная, что такое? Я задаю ей вопрос, я спрашиваю ее. Она мне говорит, Виталий Вальтерович, вы знаете, я вот начала вести вот такой образ жизни. Я вот это ем, вот это не ем. И я должен сам принять решение для себя. Оставаться мне худым, вот таким сморщенные, чтобы у меня щечки были. Я иногда, знаете, смотрю на людей, которые исповедуют что-то в своей жизни. Но когда я смотрю на их внешность, мне что-то не хочется. Я вам реально говорю. И ну, рассмотришь на человека, он зеленый. А он мне говорит о том, что вот ты неправильно живешь. Я на себя в зеркало смотрю, слушай, да я нормально выгляжу. То есть в Библии написано, нельзя вмешиваться в чужие дела. Бог ему сам будет открывать. Как апостол Павел пишет, и помните, он говорит, вы некогда были призваны, и вы же тоже не знали ничего, но Бог же вас изменил, Бог же это сделал, или вы сами это сделали? Бог это делает, Дух Святой делает. Поэтому не лезьте туда, куда вас не просят. Следующий вопрос. В прошлую субботу было тоже, встречаю одну сестру, она чуть не плачет. Но сейчас расскажу, в чем дело. Римлянам 14.5. Римлянам 14.5. Иной считает, что один какой-то день важнее прочих, а для другого все дни равны. Важно, чтобы каждый был тверд в своих убеждениях. У меня вопрос.
Вот как вы считаете, Рождество это праздник? Это Новый год, да? Рождество. День Победы. Праздник это? Но вы знаете, что вот среди верующих людей одни считают, что это праздник, а другие считают, что Новый год это языческий праздник. Рождества никто не знает даты, это языческий праздник. Но День Победы, причем здесь вообще верующие люди, День Победы. Что ты себе георгиевскую ленточку нацепила? Адвентисты георгиевские ленточки не носят. У меня вопрос. Дорогие братья и сестры, кто вам дал право за всех адвентистов говорить? Адвентисты не носят георгиевские ленточки. Вы представитель адвентистской церкви? Вас уполномочили делать такие заявления? В Библии написано о том, что люди некоторые считают, что это праздник, другие считают, что для них это не важно. И Бог говорит, оставьте в покое. Считает, что это праздник, пусть будет праздник. Я, к примеру, вообще не отмечаю день рождения своего. Редко, вот когда бывает там раз в десятилетие, там с женой скажем, ну что, будем день рождения отмечать? Она говорит, давай в Новый год отметим. А у меня 15, у нее 16 декабря день рождения. Для меня не важно. Но я с глубоким уважением отношусь к людям, к тем, для кого важно. Если я вижу, что человек несет, идет, он адвентист или там он баптист, и идет, у него есть георгиевская ленточка, я к нему отношусь с глубоким уважением. Почему? Значит, у него есть для этого какие-то основания. И мне никто не дал права делать заявление о том, что правильно он поступает или неправильно. Вообще, о георгиевской ленточке я вам скажу. Биколор, двухцвет, оранжевого и черного цвета. Он ведет историю еще от 26 ноября 1769 года. Учрежден императрицей Екатериной II. Эта лента с наибольшими и с небольшими изменениями вошла в наградную систему СССР как гвардейская лента. Знак особого отличия солдата. Ею обтянута колодка очень почетного солдатского ордена «Славы». Знак дыма и огня. Люди кровь проливали. Почему нужно историю знать? Почему есть книги «История церкви», «История протестантизма», «История государства российского»? Если вы не знаете историю, у вас вообще нет никакого будущего. Если вы не понимаете, если вы не научились на уроках истории, то вы все время будете наступать на грабли. И я вам хочу сказать, что сегодня мы с вами в этом зале находимся благодаря тому, что 70 лет тому назад мои и ваши отцы и деды выиграли в этой войне. Нравится вам или нет? И поэтому имейте уважение к тем людям, которые считают, что это праздник. Вот мне интересно, знаете... Вот на фоне вот этого всего, 120 миллионов человек, считается, погибло во время Великой Отечественной войны, вот этой, которая прошла. И вот споры адвентистской внутри, ну, я о других церквях не буду говорить, потому что я не знаю, что у них происходит. Я думаю, что происходит тоже что-то подобное в этом роде. Но когда я на фоне того, что происходит в этом мире, вот, просто что происходит в этом мире? В каком мире мы живем? Что нас окружает? Вот сейчас мы с вами посмотрим. 75% детей всего населения земного шара не доедает, им есть нечего. 75%. Статистику. Подростки начинают заниматься сексом с 14 до 18 лет. Около 10 тысяч девочек беременеют. Аборт делают в возрасте от 10 до 18 лет 4400 девочек. Подростки. 6 миллионов детей воспитываются матерями-одиночками. 15 тысяч в России подростков совершают самоубийство в год. 3360 стоят на учете в детской комнате милиции.
150 тысяч подростков совершают преступления. Из них, из этих 154 тысяч, 1500 убийств. 8,5 миллионов наркоманов. Один наркоман за свою жизнь втягивает 100 человек в сеть наркозависимых. 100 человек. Мы вот с Коржесом, пастор с этой, с верхней церкви, с Виктором, да, был, помните, готовили здесь столовую еду, возили, вот на вокзал приезжаешь, там табун, постоянно табун вот таких, все с пакетами приходят, вся молодежь вот такая. 8,5 миллионов наркоманов. А вы знаете, что Нижний Новгород по СПИДу, если вы возьмете те, которые больны СПИДом, в Нижнем больных СПИДов больше, чем во всей Европе. Вот об этом мы думаем. У меня порой складывается впечатление, знаете, мир сошел с ума, но и церковь сдвинулась, извините меня. Начинают спорить там, где, вот я прочитал высказывание, не свое скажу, высказывание молодежи. Так молодежь говорит про нашу церковь, наша адвентистская молодежь. Она говорит, члены церкви чешут там, где не чешется. Там занимаются теми делами, которые вообще не требуют никакого внимания даже. Впечатление такое, что погрузились, делать нечего, сами с собой начинаем разбираться. Евангелие от Матфея, 28 глава. Идите и научите. Вот идите и проповедуй. Есть прямой призыв Божий. Вот иди и там проповедуй. Друг с другом, носить, не носить, ходить, не ходить, есть, не есть. Слушайте, вам что, заняться нечем, что ли? Ну и последнее, на что хотелось обратить внимание, это... Ну почему вот на это, на последнее хочу обратить внимание, потому что большая опасность людей, вот именно которые этим занимаются. Как Петр сказал... Он сказал, убийца, вор, преступник и сующий нос не в свои дела, он в великой опасности, он пострадает. Мне приходится сталкиваться с ситуацией вот такого плана. Пастор, ты не то делаешь, что надо. Вот что надо делать. Вот я пастор церкви, ко мне подходят и говорят, мы знаем, что тебе нужно делать. У меня вопрос, тебя кто послал? Ефесянам 4 глава, 11-12 текст. Ефесянам 4 глава, 11-12 текст. Не суйте нос не в свои дела. И он поставил одних апостолами, он, и речь идет о ком? Речь идет о Боге. Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения. Для какой цели? Что написано? Для созидания тела Христова. В новом переводе там звучит так. Бог лично раздал дары. Лично. То есть сказал, иди сюда. Вот ты будешь делать это, иди сюда, ты будешь делать это. Возвращаясь к Евангелию от Иоанна, последней главе, помните, когда Петр с Иисусом разговаривал, говорит про Иоанна, а он что? Иисус ему говорит, тебе какое дело? Я дал вот это, и что дальше? Но слышу вот такие слова я в это, когда начинаешь говорить, ну, брат мой там или сестра, ну, все-таки же меня Бог поставил. 1 Петра, 2 глава, 9 стих. Сразу находишь, что сказать. Мы все царственное священство. Да? Мы все люди, взяты в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Я с вами, братья и сестры, полностью согласен в этом вопросе. Полностью. Есть пасторы, которые не пасторы. Есть пасторы. Давайте Иоанна, 12 глава, 6 текст. Иоанна, 12 глава, 6 стих. Сказал также он, это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был
Вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. О ком речь идет? Об Иуде речь идет, правда? То есть Иуда Искариот был вор. Согласитесь? Не пастор. Мух. Евангелие от Луки, 6 глава, 13 текст. Евангелие от Луки, 6 глава, 13 текст. У меня такое порой впечатление, что мы знаем все лучше Бога. Вообще Богу нужно у нас поучиться, потому что если нас вот туда в царство поместить, мы бы уже давно порядок навели. Евангелие от Луки, 6 глава, 13 текст. «Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них 12, которых и наименовал апостолами». 16 текст. «Иуда Искариот, который потом предал, сделался предателем». Братья мои, Иуду избрал, и сестры, кто избрал? Христос. В Библии написано, кого сам хотел. У меня вопрос сразу. Вы что думаете, что Иисус не знал, что он вор? Или не знал, что он его предаст? Так он бы ему сразу сказал, слушай, ты не пастор. Так у меня вот создается впечатление, что порой мы увидели что-то где-то не так. Послушали этих, основной источник информации у адвентистов один. Первый слайд, который я вам показывал. Это, знаете, от первого источника, пока до вас дошло, уже 20 ушей прошло или 30. Это в лучшем случае, а порой бывает и больше. Так вот, Иисус избрал его. Хотя знал, что у него есть проблемы. Но, по крайней мере, в Библии написано, что он потом сделался предателем. То есть Христос хотел, чтобы он был изменен. Если даже Христос знал, что он не изменится, все равно он его избрал на служение. Все равно. Но мы бы этого никогда не допустили. Он оплошность совершил. Мы не такие. Знаете, мне нравится произведение Булгакова «Собачье сердце». Там есть профессор Преображенский и полиграф Полиграфович Шариков. И вот, разговаривая о том, как сделать мир во всем мире, как сделать так, чтобы всем было хорошо, профессор Преображенский задает вопрос полиграф Полиграфовичу, что же сделать? Он говорит, да что тут думать, все просто. Взять... Да и поделить все. Так вот это полиграф Полиграфовичей касается. Не суйте нос не в свои дела. Вас Бог не избирал и не ставил. И у Бога свое есть время. Числа 16 глава с 1 по 3 текст. Книга чисел 16 глава с 1 по 3 текст. Корей, сын Изгара, сын Каафов, сын Левин, и Дафан, и Аверон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалифа, сыны Рувимовы, восстали на Моисея, и с ним из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые, и собрали против Моисея и Аарона и сказали им, полно вам, все общество свято, все святы, и среди них Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Поменялось что-то? Ничего не изменилось. Как было все, так и осталось. Вот эти корейцы, ну, так сокращенно, корейцы, первое. Входили в израильское общество? Да. Были избранным народом? Да. Все они были святы, то есть отделены от остального человечества? Все. Среди них был Господь? Был. Шхина, помните? Свет был, даже сходил днем облачный столб, ночью огненный столб. Все они из колена Левия носили скинию собрания, разбирали, собирали ее. То есть это были наиболее близкие люди к Богу.
Ну, послужил там на одном месте достаточно хорошо, нужно расти, нужен духовный рост. Я духовно расту, я двигаюсь вверх, движение у меня вверх. Они же хотели служить, тут-то видно же, мы же тоже святые все, нормально. Но тут-то им подрезали нос. Правда? Если вы откроете чисел 16 главу с 28 и по 35 текст, то мы с вами прочитаем одну удивительную историю. «И сказал Моисей, из всего узнаете, что Господь поставил меня делать все дела сии, а не по своему произволу я делаю сие. Если они умрут, как умрут, умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь поставил меня. А если Господь сотворит необычное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа. Лишь только он сказал слова сии, расселась земля и сожрал их огонь». Обратите внимание на слова Моисея. Люди сии презрели. Презрение к его воле. То есть Бог избрал кого-то, поставил. Я презираю волю и решение Бога. Моя воля, решение мое круче, я святой. Так вот, я хочу сказать вам, не суйте нос не в свои дела, мои возлюбленные братья и сестры. Нос может быть подрезан. И очень серьезно. 1 Петра 4,15. «Смотрите, чтобы кто не пострадал из вас, как тот, кто нос свой сует в чужие дела, посягает на чужое». Еще другой перевод. «На чужое посягает». То, что вам не вручено, то, что вам не верено. Пятое там, защитники, чисел 16,41. Там интересно, вот ничего не изменилось. «На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорят: вы умертвили». То есть из-за того, что люди погибают, виновен оказался кто? Моисей и Аарон, я поражаюсь. «Вы умертвили народ Господень». Ничего не меняется. Ну, конечно, виновен этот пастор Моисей и Аарон. А Корей и его родня невинные жертвы. Что сделать с Моисеем? Там дальше они говорят: побить камнями. Помните? Результат. Чисел 16:49. «И умерло от поражения 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву». И умерло 14 700 человек, кроме умерших по делу Корееву. Вывод, мои дорогие братья и сестры, который мне хотелось с вами сделать – не лезьте туда, куда тебя не поставил Бог, а занимайся лучше тем, что действительно ты должен делать, на что тебя уполномочил Творец. Дорогой мой брат и сестра, Бог заботится о тебе, и Он хочет сказать, что именно ты должен делать, где твоя ответственность и где твоя обязанность. Но об этом мы с вами поговорим, наверное, 7 июня, потому что 23 числа будет Александр Болотников, и, скорее всего, может быть, 30 числа тоже он будет проповедовать. И да поможет нам Бог, помолимся. Наш Отец Небесный, благодарим Тебя за послание апостола Петра, в котором Ты предупреждаешь детей Твоих о том, что посягать на чужое или вмешиваться в чужие дела, а как написано в оригинале, нос свой туда помещать, куда нам не дано, чревато серьезных последствий. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас, помилуй нас, прости нас, как пелось в этом гимне перед проповедью. Прости меня, Господи,
что и я часто свой нос сую в чужие дела. Помоги, Отец Небесный, по милости Твоей, любви Твоей, чтобы каждый из нас занимался тем делом, к которому призван, чтобы каждый из нас находился на том месте, на которое Ты его поставил. Во имя Иисуса Христа, нашего Господа и Спасителя, молитва. Тебе слава, честь, хвала и благодарность. Аминь. Да благословит нас Господь.